Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами как всегда я, Леха Смертник. Многие из вас просили еще раз сыграть Secret Neighbor, давайте еще раз сыграем без проблем, ребята. А вы тем временем ставьте свои лайки, конечно же, если хотите, чтобы побольше выходило роликов. Но так как Secret Sassin собирает так себе, то я сомневаюсь, что его буду снимать часто. Вот сразу видно, там уже какая-то дырка в голове зашла. Что-то пытается говорить, но я не слышу. Кстати, в прошлый раз я вроде сделал громкость на минимум, почему-то оно меня вернуло сейчас. Опять туда? Он что-то говорит или нет? Я не слышу. Может быть, это какой-то косяк, может быть, громкость у меня осталась как бы на минимум, а показывает мне, что не на минимум. Я не знаю. Он говорит что-то? Или мне кажется? Мне кажется, он просто думает, что он граммофон. Вот и все. Так, отлично. О, брателло, брателло, я с тобой побегу. По-любому, мы с тобой одинаково одеты, мы с тобой как инь-янь практически. Ну, что-то типа того. Так, а где, собственно, Василий? Еще я, помнится, в этом домике уже был. Отлично, я нашел себе кастрюлю на голову. О, о, это все. Это просто, это фиаско. Я прям уже слышу, как что-то происходит. Возможно, Василич где-то здесь бегает уже. Возможно, кого-то даже убил. На том, в принципе, Василич, отлично. Я нашел карточку первую, поэтому вернусь назад. Кто-то уже разбился. Он не выдержал напора, споткнулся и упал. Это бывает. Идешь по улице и просто падаешь. Мне кажется, ему нужно бы просыпаться. Так, ладно, побегаю здесь. Посмотрю что-нибудь интересное. Отлично, я нашел карточку. Именно ту самую карточку, которую я искал. Так, разбиваю и иду. Куда-то иду, куда-то прыгаю, что-то делаю, кто-то валяется на улице. Опа. Мне кажется, он был он сам. Я не знаю, почему так показалось, но мне кажется, что я его видел. Так, ладно, забегаем. Отлично, я нашел ружье. Теперь я буду гангстером. И нашел еще третий. Так, а у меня долго эта фигня будет собираться? Нет, нифига себе монеток, сколько монетки. Там по-любому внутри шоколадки в этих монетках. Ладно, я могу бегать и без фонаря. Хотя за фонарем я сейчас, пожалуй, вернусь. Фонарик, фонарик, ты мне так нужен. Ты мой любимый, неповторимый. Почему я сижу и пою? Я не знаю. Я просто разговариваю с другими своими личностями. Нас много на самом деле. Нас же много. Да, Лёх, нас много. Да, нас много. Ух ж эти голоса. Надо пора опять начинать пить таблеточки. А то, мне кажется, со мной что-то не то происходит. Так, ладно, скачусь вниз. Уи! Отлично, вниз скатился, побежал дальше что-то искать. У меня такое чувство, что я здесь один бегаю, кто-то постоянно там снизу падает. Я не знаю, зачем он падает. Не нужно падать. Особенно не нужно падать дух. О, монетка. Шоколадная, надеюсь. Еще одна монетка. Я не понял, я ключи ищу или просто хаваю здесь бегаю? А почему я не могу сюда запрыгнуть, собственно, можно поинтересоваться. Так, ладно, у меня получилось. Обалдеть, нифига, у него здесь сколько сладостей. Вот что он все время скрывал от меня. Я думаю, здесь еще есть ключи. Здесь однозначно еще должны быть ключи. Так, подвальчик открывается. Соленья забираются. Так, еще один ключ. Блин, когда у меня эта фигня до конца дойдет? Чтобы я еще одну вещь мог с собой таскать. А то у меня есть с собой два ключа. И ружье. Я ведь не буду выкидывать ружье. Ружье всегда пригодится. Тут как бы ночью, мало ли кто может ходить. А так есть ружье с собой. Можно быстренько со всеми разбираться. Так, ладно, пойду. А куда я иду? Я, наверное, иду вот прямо. Там кто-то постоянно падает. Не спотыкайтесь. Почему они валяются, я не понимаю. Видимо, им нравится валяться. Так, возьму яблоко. Ну, я просто особо не завтракал, поэтому возьму яблоко. Пусть они валяются на улице, пока я здесь бегаю и занимаюсь своими делами. Можно, кстати, вернуться опять наверх туда, и там, возможно, я что-то пропустил. Я ведь не все там осмотрел. Вообще, чем здесь занимаются люди? Для меня немножечко непонятно.
И фонарик я свой потерял. Фонарик там оставил. Как же я без фонарика-то? Как же я светить-то буду? Хотя я и так сам как солнце практически. Свечу всем. Путь. Ну, шоколадка. Съем, пожалуй. Ну, а чё? Я не обедал даже, не ужинал. А тут хожу по чужому дому, брожу. Что-то ищу, что-то пытаюсь найти. Так, отлично, я нашел еще один ключ. Меняю ключ на цветок. Еще... Отлично. Еще одна карточка третьего уровня. Так, замечательно, все. Мне теперь полно слотов. Я могу что угодно делать. И у меня есть яблоко. Почему я действительно бегаю, разговариваю сам с собой, почему они все на улице валяются, для меня, видимо, останется секретом. Или карточку взять. Карточка — это хорошо было бы. Так, а здесь второго уровня, да? А там фонарик был. Фонарик — это неплохо. Лучше фонарь в руках, чем фонарь под глазом, как говорится. Так, давайте, желтый и синий надо. Подожди, почему я его не слышу? Меня кто-нибудь слышит? А, мне показалось сейчас, что я услышал через него себя. Подожди, он действительно работает? Громкость голоса. Но он же стоит, стоит. Я не знаю, что происходит. Так, второго уровня. А что, не открывали? А, ну вот, дальше открыто все. Можно здесь третьего открыть. Так, а где третьего? Где-то что-то было. Что сейчас за звук был? А, вон он что. А я здесь раньше этого не было. Могу поспорить. Нет, сейчас был какой-то звук, он меня немножечко смутил. Да нет, вроде все нормально. Как будто что-то где-то вылетело. Может быть, это не у меня, конечно, было. Но я начинаю беспокоиться. О, желтый как раз нужен. Желтый или красный нужен? А я не помню. У меня память такая себе. Попробуй здесь все запомни. Имена, может быть, еще монетки. Чем я их вообще бегаю, собираю? Я что, я думаю, что я буду самый богатый? Так, а все, дверь в подвал открыта. Нужно быстрее сваливать до подвала. Фух, 50 секунд. Они там так на улице и валяются. Добрый вечер. Ходите здесь, понимаешь ли. Вот и ружьишко пригодилось. Давай, дырка в голове, у тебя получится, братан, давай. Я верю в тебя. Беги в подвал. Да беги ты в подвал-то, ё-моё. Забегай, забегай, братан. Шоколадки с собой, главное, возьми, чтобы нам было чем перекусить на всякий случай. Отлично, дети победили. То есть меня сейчас ребенком, да, обозвали? Ну ладно, молодцы, обозвали, обозвали. Сколько монеток-то, а? А я могу что-нибудь купить? У меня есть 200 монет. 200 монет могу вот такое взять. Да, возьму. Обязательно возьму. Обалдеть, нифига себе, какой он страшный. Так, давай каким-нибудь другим. Вот, давай я и буду бегать. Чё бы нет. Вот красненький себе одену, чтоб красивым быть. Буду красивая, хриплая девочка. Залетаем. Странно, что никто ничего не говорит. Мне кажется, что-то не то происходит. Ну, я сейчас кого-то слышал. Он говорит что-то или не говорит? Я тебя не слышу, если ты что-то говоришь. О, да, привет. Здорово. Интересно, они меня услышали? Мальчик, иди отсюда, ты какой-то подозрительный. Да нафига мне это-то? Да ё-моё, все перебрал. Так, у меня есть карточка первого уровня. Теперь мы можем зайти сюда, не зная зачем. Мне кажется, он подозрительный. У него однозначно что-то есть. Опа, карточка второго уровня.
Братан, а ты чё разлёгся-то там? Не время валяться. Понабегу здесь. Ладно, полежи, отдохни пока. Тоже полезно. Сон полезен. Можешь заснуть пока. Нормально, машину надо починить. Что-нибудь еще сделать интересно. Тут опять что-то орёт. Во! Я куда-то попал. Сколько монеток-то, а? И ключик лежит. Лепота-то какая, а? Так, открывает. Давайте, давайте, открываем, открываем. Так, я туда сомневаюсь, что я туда смогу перепрыгнуть. Зачем мне стул? Ну, чтобы сидеть, наверное. Можешь с собой таскать стул и сидеть просто. Просто таскаешь стул и сидишь на нем. Лучше сидеть на стуле, чем непонятно где. И непонятно сколько. Я его боюсь. Я всех боюсь, кто вокруг бегает. Они какие-то все подозрительные. Мне кажется, очень сильно подозрительные. Так, да как до подвала-то дойти? Я подвал хочу. С оленя там, варенье. Пожрать что-нибудь. Обалдеть. Ну там бегать, по памяти что ли, помню, что где находится. Отлично. Синий, красный, желтый. Понятненько. Сейчас все найдем. Сейчас все найду. Я на нюх практически могу искать, как собака. Леха Бака. Нет, это какая-то фиговая рифма. Так, ребята, что прыгаем? Может просто открывать все? Тихо, тихо. Не казалось ли, я слышал? Я кого-то слышал. Два ключа. Васильич, а ты вообще в курсе, что ты Васильич? Может быть, я Васильич? Нет, как я могу быть Васильич? У меня маленькая хрипленькая девочка. Я даже не понимаю, если глянуть вниз слева, как этот котелочек у меня на голове-то держится. Мне кажется, он немножко большеват, не моего размера. Нужно сходить в магазин, может, куда-нибудь. Ты что разлеглась-то? Вставай, давай. Некогда. У нас тут дело ночное. Ночное ограбление. Ты здесь валяешься, лежишь, что-то не надо валяться. Все будет хорошо. Хорошечно. Во, нифига себе, куда я попал. Лучше попасть куда-нибудь, чем попасть на деньги. Так, и что здесь можно? Че, а, так можно, нет? Я просто не в курсе событий. А здесь рычаг, по-моему, где-то есть. Опа, я перепрыгнул, я сделал это. Все равно там внутри нифига нету. Надо как-то это все дело пооткрывать, позакрывать. Так. А, вон он что. Вон он что, Василий, все, я понял. Стой, ну надо этот открыть, чтобы где-то в другом месте что-то повернуть. Что-то постоянно поворачиваю, проворачиваю. Можно еще что-нибудь отбивать, если меня чем кидать будут. Практически как бейсболисты. Так, здесь заперто, да? Хотелось бы найти что-нибудь. Во, сундук. А где сокровища? Где все? Где Васильич? Никого не вижу, никого не слышу. Что-то где-то пошевелил. Я ведь разобьюсь или нет? Да, я немножко разбился. А, смотри, платформу какую-то опустил. Я молодец, наверное. Не знаю. Фонарик. Так, полежу, передохну немножечко. А то устала я что-то. Все, встаю. Все, все, належалась. А че, Так, все. Не нафига это плат. А, я ж могу дальше теперь пройти. Не там что-нибудь дальше поискать. Могу искать, могу не искать. Могу вообще что угодно делать. Так, здесь. Ой-ой-ой-ой! Я какая-то неудачница. О, жратва. Еда! Еда! Иди ко мне сюда. Иди ко мне сюда. Еда. 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 А я хочу поесть. А я хочу поесть. Василич, чё за жесть? Так, все отлично, встал. Чё здесь, ничего, да? О, нормально.
Сейчас разобью розочку и сделаю. А чё, какая любовь, такие розы? Что здесь поделаешь? Надо же не разбивать, я даже розочку не могу сделать. Ладненько. Последний... А, нет, там еще и синий надо. Желтый и синий. А, здесь действительно все это время дверь была? Интересненько. Так, а здесь, я так понимаю, это... Подожди. А что я хочу сделать? А там уже кто-то был. Там самый прошаренный уже был кто-то. Одна... О-о-о! Нифига себе, у меня же в глазах все помутнело. Так, здесь еще... Еще один фонарь. Зачем мне столько фонарей? А, я пришел назад на эту... Подожди, а эта лестница куда ведет? У меня просто географический этот кретинизм. Топографический. Я вообще не соображаю, где я бегаю и что я делаю. Я просто бегаю. Я умею бегать, и поэтому бегу. Бегу навстречу цветным витринам. О, чуваки бегают, мутят что-то, да? А, ну да, вон план этот лежит. Тын-тырын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Так. Может быть, мне здесь куда-то нужно сходить? План бы забрать. Ракету собрать. О, ключ-карту нашел. Мне кажется, она уже нафиг не нужна. Главное, что нашел. Главное, что я стараюсь, между прочим. Опа. Так, еще одна карта. Да ё-моё, клей, ты надоел! Хватит меня склеивать! Где Василич-то? Василич! Выход. А куда выход-то? Так, один ключ остался. Уж, по-моему, все эти открыты. Не, я не буду ничего выламывать. А чё, гангстер, что ли, какой-то? Так, а сюда какую надо? Вторую, да? А здесь... Да здесь только этот и всё... Где-то ключик не могу найти. Что-то бегу. Ворона! Где? Так, ворона. Опа, все забрали, отлично. Замечательно. Беру лом с собой на всякий случай. Вдруг Васильевича встретит. А у меня лом зато будет. А если у меня лом, то возможно, что у Васильевича будет что? Правильно, перелом. Побежали. Зачем ты закрываешь? Все, убегаем. Я кинул в него лом, теперь у него перелом. Все замечательно. Мы победили. Дети победили. Дети, цветы жизни. Нифига себе, а че он такой здоровый-то? Тебя как на что-то пустили? Ты че, он реально здоровяк стал? Нифига себе. Я себя лилипотом чую по сравнению с ним. Так, а чё мы там все одинаковые, в принципе, бегали? Буду лидером. Лидер. Вот такие одену. Буду самая красивая. Самая красивая девочка на деревне буду. И все мне кажется, замечательно. Давай, погнали. Здорово, братухи! Мохаммед Гадер, 71, Вив Геймин. Афалапутрастуд... Ну, не понимаю, что там написано, наверное, что-то очень интересное. Афалапутра. Наверное, ник такой. Афалапутра. Это как этот практически. Царь какой-нибудь. Афалапутра 7. Там египетский фараон, например. Афалапутра 3. Так, и что? Где остальные? Где остальные все? Нужны остальные. Никого не вижу. Вот это сразу видно. Он прям сразу с гор спустился на сноуборде. И сразу пошел дом грабить. Он даже домой не заходил переодеваться. Сразу видно, сноубордист. Нормально поживает. Все у него отлично. Одни храбрые собрались. Но главное, что я есть. Я лидер как-никак. Нельзя забывать об этом. Так, ну и что? Почему я никого не слышу? Как-то выборочно. Вперед! Отлично.
Так. Не подходи, у меня есть молоко. У меня есть карточка. Во, замечательно. А, даже так, да? Да, нафига открывать эту вторую, когда там открыто? Монетка. О, второго уровня, все замечательно. Можно бежать отсюда. Они там кого-то выстегивают. Видимо, что-то сделал. Ты не вливаешься в нашу компанию? Уходи! Okay. Так, и вот вам, ребят, для ускорения. Я пока лидер здесь бегаю. У нас все замечательно. А, мне показалось, забор поставили. Нет. Благо, что только показалось. Иду наверх. Все по старой схеме. Старая рабочая схема. Рабочая. Как швейцарские часы. Так. Надо на голову одеть. Так, третью. Можно сразу пойти открыть. Нет еще. Остальным помочь, так сказать. Ключик лежит. Ключик взял. Монеточки собрал. Еще один третий. Куда мне столько третий-то? Куда я попасть-то хочу? А что, все, комнату убрали? Нет больше комнаты. Так, еще один ключ. Замечательно. Ключник! Алёха, ключник! Такой он ключник. Так, 9 секунд. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Юху! Все, до свидания. Мне больше не о чем здесь с вами разговаривать. Открыл, убежал. И нормально. Это ведь не провал. Че так много? Мне показалось, что за мной кто-то бежит. А если ты маленькая девочка, хриплая, за тобой кто-то бежит ночью, нужно бежать, мне кажется. Это однозначно. Кто-то просит помочь. Наверное, у него что-то сломалось. Наверное, он лом нашел. Или кто-то с ломом его нашел. Вот и все. Так, я был близок к провалу. Отлично, еще один ключик. А какие там ключи-то остались? Ну, желтый-то по-любому остался, мне кажется. Два желтых. Замечательно. У меня есть два желтых ключа. Так, остался один красный. Пойду опять туда наверх. Постоянно наверх туда хожу. Что-то нахожу. Что-то могу найти, что-то могу не найти. Так и живу. Так, ладно, все, я побежал. Побежал. Так, а сегодня что, четверг? Так, подожди, четверг, рыбный день. Надо поесть сегодня рыбы. Блин, а я рыбу забыл купить. Печально. Хотел же взять рыбы, забыл взять. Фига себе вы гангстеры, ребят. Прям гангстеры. Гангстер! Да почему сюда нельзя сейчас просто так запрыгнуть? Чё за ботва? Блин, реально рыбу не взял. Как тебе без рыбы-то? Так, один красный ключ остался. Есть кончик? Красные ключи. Меняю желтый на красный. Могу вообще намного чего поменять. Ладно, буду просто бегать. Буду бегать, что-то искать, что-то находить, кого-то встречать, кого-то терять, так поживать. О, подвал открыт. Побежали! Вперед! Вперед, братан, бежим. В подвал мы забежим. Эй, Васильевичем буду когда-нибудь? Нет. Когда я буду Васильевичем? Дети победили. А почему? А все потому, что добро всегда побеждает зло. Вот так. Вот так вот. Скаут. Ботиночки поменяю. Так, ладно, ошибочки оставлю.
Давай, давай, разочек. Может быть, все-таки я буду Васильичем? Хотелось бы верить. Хоть разочек-то. Да почему я не слышу никого? А, не? Пс-пс-пс. Чего? Мне кажется, я их напугал. Нас слишком много скаутов. Ура, у нас будет скаутовская вечеринка. Вечеринка скаутов. Мы соберемся, будем друг другу нашивочки шить там и так далее. Ну что, ну давай, 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 давай. Побыстрее, пожалуйста. Пожалуйста, побыстрее. Я опять просто ребенок скаут. Который нашел карту. Отлично. Ребят, карта у меня. Ну-ка, девчонки, давайте со мной. Мне кажется, мы толпой можем собрать хоть кого победить. Ну, у нас это, типа, там, бойскаутская, не знаю, дружба, как это называется. Так, нифига не могу найти. А почему я не могу просто взять вот эту косу? Все на голову одеть, да и все, крышку. Или защищаться как щитом. Опа, кто-то свет вырубил. Почему кто-то орёт? Не ори! Упал, разбился, лежи спокойно. Преодолевай сам свою боль. Девчонки, ну помогите ему, там плакса какой-то у нас. Плачет и плачет, надоело мне уже. Хелп, хелп! Отлично, третий тоже есть. Обалдеть, сколько здесь карточек-то, а? Так, туда вторую. А куда еще третью? Куда еще третью можно деть? А, тут сейчас выше можно будет. Можно сюда. Подожди, мне показалось, или я ключ слышал? Кто-то явно где-то слышал ключ. Так, ладненько. Ни одного ключа еще не нашел. Фиговый из меня скаут. А вот, вот и первый ключ. Моя награда нашла меня. Где вообще Васильич? Я его вообще что-то не вижу, не слышу. Может, он пропал куда? Может, приболел? Ну а что? Осенью многие болеют, как и весной. Погода меняется. Витамины кончаются. Ничего не могу найти. Ладно, съем шоколад. Шоколадка мне бодрее. Бегаем от соседа мы целый день. Так, ладно, у меня два ключа. Я ведь не разобьюсь. Нет, я молодец. А вот второй раз я, наверное, не буду падать. Может, ерундой какой-нибудь закончится. На машину можно. Не моя машина, можно прыгать. Потом придет хозяин и по головушке явно не погладит. Так, где ворота-то? Где Васильич? Где ворота? Где вообще кто? Опа. Так, отлично, остался красный. Один красный ключ. Это хорошо. Клей здесь поналивали. А что, Васильич там что ли бегает? Он что, в наш женский отряд затесался? Ты Васильич? Ты не похож на Васильич. Ты обалдел, что ли? Все, толпой завалили. За братву и двор стреляю в упор. Чё ты меня закрыл, если это сосед? С ним зачем? Ты веришь, что это сосед? Он не похож на сосед.
такие кудешки у соседних хотиков, то есть. Уж холодильники. Один красный ключ. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел я тут погулять. Интерентин. Шоколадку съем. Так, вот это мне пригодится. А, там уже были, да? Ну, видимо, не были, да сплыли, как говорится. А, все. Надо съесть шоколадку. И бежать. Бежать, что есть силы. Бежать, что есть мочи. Бежать в подвал. Ну, вы поняли, короче. Так, ладно. Ползи! У тебя, подожди, может, все-таки не Василич был? Ползи, давай, у тебя получится, подруга. Я понимаю, у тебя там рука сломана, еще что-то. У тебя получится. Это действительно был Василич. Василич, а ты сегодня в гриме, да, я так понимаю? Ты там под снюсом, что ли, или что у тебя с лицом? Так, сейчас мы всех детей найдем. Кто это здесь? В подвал мой идет. Кто все соленья мои заберет? Отлично. Тот, видимо, не убежал. Не нашел вход в подвал. Бывает и такое. Так, ладно, ребят, что ж, давайте на этом закончим. Если вам нравится секрет соседа, напишите об этом в комментарии. Я просто не знаю, снимать ли его, почаще не снимать, потому что его так средненько смотрит. Сегодня я вам сниму еще моды на привет сосед, который вчера я начинал проходить мод. Сегодня в него я обязательно поиграю. Сегодня выложу этот ролик. Так что давайте подписывайтесь на канал, ставим лайки, там, ну вот эти вот все дела. Все, давайте, ребят, увидимся. С вами, как всегда, был я, Леха Сметлик, ребят. Всем отличного настроения, всем отличной погоды, хотя, я не знаю, наступило у вас бабье лето или нет, но у меня пока идут такие дожди, холодновато довольно-таки. Вот. Желаю вам улыбок на лице. И кучу вкусняшек, ништячков всяких разных. Приколюшечек. Все, давайте, пока всем. И подписку нажми. Нажми подписку, чтобы не пропускать. Все, удачи всем. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник.